Привет, друзья! Снова рад видеть вас на своем канале Insanus Balletus. И сегодня хочу вас порадовать вот таким вот анекдотом на учебную тему. Значит, идет экзамен. Студент плывет по полной. Там тупой как пробка, там сиди, я сам открою. Ну, а профессор хочет его вытянуть на тройку. Ну, и задает такой вопрос, говорит: молодой человек, а ну-ка ответьте мне, как называется предмет, по которому вы сдаете экзамен? Студент на него смотрит, глазами клипает и молчит. Профессор говорит: хорошо. А скажите мне, кто читал лекции по этому предмету? Ну опять студент молчит, глазами клипает. Так, говорит профессор, наводящий вопрос: вы или я? Вот такой вот анекдот. Если вам понравился, ставьте лайк, пишите комментарий. До новых встреч. Пока. Всем хорошего настроения.